я бы без проведения семинара я бы не приехал. А, вот так? Да. Почему? Ну, одно дело вот поприсутствовать там на празднике, все. А другое дело это провести встречу с теми людьми, то есть с тренерами, с руководителями. Ведь я же, да, это встречался еще с руководителями. Люди, которые занимаются, люди, которые любят хоккей. И общение, и вообще, как нам развивать. Это не только я там говорил, это было общее, знаете, обсуждение, что очень важно, на мой взгляд. Общаясь вот с тренерами, вот на нашем семинаре, который проходил в спорткомплексе «Орбита», вы можете уже составить для себя какую-то психологическую картину состояния хоккейных дел в Самаре? Это не моя задача. Давайте исходить из того, что то, что я вот был поражен в Самаре, это вот турнир, который проводили вот эти вот десятилетние или двенадцатилетние поперек, четыре команды. И самое главное... Неужели все простое. Лежит на поверхности, никто не проводит. И самое главное, а посмотрите, вы обратили внимание, сколько родители, бабушки, тетушки, все... Вчера специально сказали большое спасибо. Сестра, расскажешь, конечно, потому что такое, вы понимаете, такое же не увидишь. И причем же они играют, и еще молодцы здесь, что играли, они поберег и играли... Значит, они... Это фишка. Да, это фишка, не то. Фишка, еще больше подогревает. Ну, фишка, они играли без победителей. Да. Они играли, то есть они играли в радость. Они соревновались в радости, кто кого победит. Мы устроили праздник для детей, для там, тренеров, там, для родителей, понимаете, для всех. Все это было на уровне, как вы считаете? Это лучший опыт.